на обратном пути. Давай купим. Excuse me? Which time you close? Which time you close? When you close? 7 o'clock? 8? 10 o'clock. 10 o'clock? Вера, они до 10 работают. Не надо с собой сахар. Вера, они до 10 работают? Вера. Вера. Сахар купим на обратном пути. Да. Eggs, how much eggs? Eggs, 60. Yes? Okay. Последний раз, помнишь, я говорил 80, а теперь уже они и стоят только 80 почти. Лизать, мам, мы за руку идем. Пирог поднялся, да? Вот, даже эту. Вот. Папа, да. Такое здесь, что там таблица. Вот, это раз тебе. Гулял сегодня утром, Вер. Зачем? Ты будешь мне показывать каждую бутылочку, а я тебе буду ее читать или что ты хочешь? Они к вечеру в аду. Ага. Ну, это в ладу, наверное, с изюмом. Это, да, наверное, ладу. Утром меньше было. Утром, да, ладу. Ну что, хочешь купить? Или, ну, на обратном пути? Не, сейчас покупают. Тут местные покупают это. Ну, все. Покупай, если хочешь. Ладу и треугольнички какие-то, да, какие они, такие или такие. Вот треугольники, и вон все вот треугольники, что за ним. О, давай возьмем что-то. А ты понесешь? Да. Не понесу. О, давай. Даже макароны кто-то не берет. Бас. Ты спроси, с чем это здесь. Ой, Вера, ну... Опустите, вымазано. Ну что я буду спрашивать? Сейчас я устрою здесь это... Нет. Смотри, ты вымазан. Дай я тебе. Так я буду спрашивать. Сейчас мы не будем дебаты, тут очередь быстро идет. То есть купил, купил, что тебе надо, и пошла. И все. Ну. Хорошо. Ага. А вон ладу, 90 ладу. Одна штука. Только возьмем. 3, да. 3. Угу. Что еще хочешь взять? Вот этих вот давай пирожков 3. Да, попробовать или что? Я хочу взять. А ладно, это такое, это пасса. Вот ладу 3, да? И вот этих пирожков тоже 3. Ну давай. Ага. А вот эти два. Не
Hello. Ladu 3. And this one also 3. How much? Okay. And total price? 450. Okay. Okay, thank you. Бери ты. Нет, ты ж покупаешь. Я только рассчитался. Пошли. Лиза, с мамой за руку идёт. Она не слушает. Не хочу. Никакой. Что, Лиза, ты не мешаешь? Ну что, здесь... Лиза, здесь много? Лиза, где белые здесь люди? Видишь? Нет? Ну давай. Давай посмотрим. А что это здесь такое продают? Где мороженое такое? Вот айскрим? Где мороженое кружочками брать? Something for ice cream. Да? Держи. Здесь суши, класс. Но у нас помнется, у нас эта посуда дорогая. По сантиметрам. Hello. Waiting my wife. Yes. She is inside the shop. Молодцы, друзья. Вот когда под ручку идете, очень хорошо. Ага. Bye. Идем. Вот мы по этой улице на автобусе как поедем туда в центр. По этой дорожке. Понятно? Сейчас хочешь? А вот Арпика были? Арпика были, да, да, были в Арпика, да. Ага. Арктика были мы здесь, да. Мама, мы купили большой город, Лиза. Это столица Шри-Ланки, Коломбо. Помнишь, как ты долго ехала на машине вчера, да? Долго?
А? Угу. Приключения русских в Колумбо, да? А вот это обувной магазин. Да, обувной. Тут он туда. Она танцует под музыку, да? Ну пошли зайдем к сильной ручке. О, кейкс. 3500, это сколько он стоит? Ну, 36 рублей. Нет, это уже 36 рублей, это полный. 3500 разы это 35. Ну смотри, 3600, это 36 сколько? Рублей. Ну 2 нуля отбрасывай, сколько раз тебе говорить? Сколько раз тебе говорить? Ага. Здесь очень аккуратно. Немного видов. А вот эти вот булочки. А вон хлебный какой-то сухарики, да? Сухарики. Ты хочешь сухари? Нет, не хочу. Ну пошли, не пошли. Вечером движуха такая, еще больше, чем утром. Вообще движуха. Иди, дойди с мамой, только за руку. Так. Я должен, мне надо, понимаешь, отходить иногда. Я не могу по тебя подстраиваться, мне надо отходить. О, все по очереди. А вон, видишь, такой закат самый интересный вверх. Смотри. Видишь, закатик такой, огни зажигаются. Вот самое время съемок. Класс. Вверх, пошли. А, не надо. Люди нужны. Ты же не носишь эти украшения. Мне нравится. Я маме говорю. Кстати, Вер, Рио Айскрим, это вот сюда идти вниз, и туда уходим, и мы в кафе мороженое.